Всем привет, ребята. Ну что, сегодня у нас опять трэш будет. Я сидел, думал, знаете, что делать с аккаунтом на русском, с бездонатным аккаунтом, с арделькой. Да, его надо все равно будем качать. Все дела. Но я сегодня решил создать еще два бездонатных аккаунта. Не один, а два. И сразу параллельно на них играть. Почему? Для того, чтобы было видно, как они развиваются параллельно с Сарденкой и где же будет лучше трэш. Мы будем проходить одинаковые локации со временем, то есть где-то плюс-минус нам придется догнать Сардельку, но у Сардельки, конечно, есть преимущество, там есть герои. На этих серверах нету. Чем русский сервер круче, точнее хуже, там ничего практически нам не дают. На этих серверах всегда есть какие-то подгоны, акции. В общем, увидите разницу, чтобы вы уже так, знаете, видели 100% разницу как и в героях, так и в прокачках, так, короче, и во всем. Вот это мы будем здесь трешевать. То есть они будут бездонатные, на них доната нет. Так, ну нам хочешь не хочешь, придется пройти обучение, как и всем без доната. От этого никуда не денешься. Сервера, вот все три сервера между собой вообще очень отличаются. Так, ну что там? Ой, какие-то... Не люблю, больше всего не люблю вот эти вот прохождения. Сделали бы просто, что хочешь пропустить. Так, этот у нас будет, как называться аккаунт, напишите в комментах, как мы назовем эти аккаунты. Посмотрю, выберу самые интересные, назову. Так, приняли мы условия. Смотрите, сразу же нам, ничего себе, посмотрите, какой обалденный здесь календарь. Вот чем немка уже радует. Посмотрите на этот календарь. Ну просто песня. Вот так вот. Что здесь есть еще интересного с бесплаток? А, есть бесплатка, которую на русском сервере, кстати, так и не дали. Это раз. И это два, ребят. Сразу же посмотрите, какие нам подгоны дали. Супер. У нас, наверное, не хватило места. Вот вам уже начальный аккаунт. Такс. Смотрите. Дают по 10 сундуков на 6-7 дней, на неделю. Нифига себе, красавчики. Вот что значит, помогают развиваться мелким. Так, что у нас тут? А у нас тут плюшки. Сейчас только хлопим, ба, ну конечно, шаман. Самики мы пока тратить не будем, ну отлично. Короче, пустой ак, но такие вот плюхи мы уже получили при входе, ну при игре на этом сервере. Я себе уже распланирую, как я вам буду снимать, что снимать. И уже будем трешевать. Ну а с вас, конечно, лайки. Так, окей. Давайте я хочу зайти на Тайвань. Вы уже запарили своими обучалками. Короче, 800 самого у нас хотя бы осталось. Такс. Поехали на второй сервер. Сейчас я перейду на этот аккаунт, потому что я на своем. Есть. Так, что тут у нас есть интересного? Ну тут у меня уже, а у нас тут свинокоп, кстати, я, блин, у меня уже и вылетело даже, блин, вот куриная башка. У нас же здесь аккаунт, который мы делали под
накопленные самики, напишите в комментах, кто еще копит и сколько кто накопил. Я сделаю это все попроще потом. Ну, если кто-то копит. Так, что у нас на этом сервере есть? Мы сейчас эти самики сольем. Соответственно, выберем каких-то героев, чтобы они плюс-минус одинаково начали копить самы, там ресурсы, такое все. Ну, плюс-минус вы сможете всегда пересматривать. Пишите, как называть эти аккаунты. Ну, этот у нас свинокоп. А то, не знаю, пишите как. Здесь вот такие вот плюшки. За эти задания, что у нас здесь еще интересного есть из таких плюх? Ну, сегодня ничего не раздают, да? Ничего не раздают, но вот эта акция за роллинг ЗПшек. За роллинг знаем, за значки почета, кто не знает, на тайванском сервере можно получить по 10 осколков, получить такие плюшки. И еще есть куча других акций, которые реально топовые. Такс. Что у нас тут? Понятно все. Понятно. В общем, вот так вот. Ну, я думаю, по 1500 можно, конечно, рольнуть. Че, рольнем два раза по 1500? С вас по 2 лайка, ребятушки. Давайте. Ладно, была не была. Давайте, кстати, я уже забыл, что тут вообще в лотере творится. Так, камешек есть. Нам места не хватит. Давайте пооткрываем героя, посмотрим. Сноу. Освободим место. О, ара, ничего себе. Нам же под эти все дела места не хватит. Сейчас мы тут заролим. По жестяку. Блин, нормальное место надо освободить. Тут уже мы получили. Я не хочу создавать, ребят, еще там один еще аккаунт. Я хочу, чтобы они просто были все три на одной почте. Русский сервер, этот сервер и немецкий сервер. То есть это все было, чтобы на одной почте. Поэтому смотрите, какие плюхи здесь, какие плюхи там. Со временем вы увидите разницу, которую я вам хочу показать в прокачке аккаунта. У, Дедушка Мороз, ничего себе. Обалденно. Так, давайте теперь. Можно было их слить, но зачем их сливать? Они бездонатным путем получены. Так, а кто у нас там вообще в алтаре есть? О, ничего себе, ничего себе. Так, короче, можно... О, тыковка здесь есть тоже. Так, вот сделаем. Плюс 750. Даже за 450 сможем. Так, Атлант. Сейчас я пооткрываю места, подобавляю. Так, этих два мы не будем открывать. Открываем те, которые по одному. Так, отлично. Ну что, поехали. Let's go. Первый заходик, ребятушки. Так, не понял, о чем место просит. Ай! 1500. Ну и что? Как думаете, кто упадет? Сам не знаю. Жмись. Ронька, ребятушки. Битва гильдии. Ну, если, конечно, мы ожог вытащим. Будет просто изи. Супер. Вот что значит на сервере все время проходят акции. Так, просит у нас добавиться. Нифига я вам
Не буду добавлять места. Идите нафиг. Супер. Вот начало уже на этом сервере очень отличное. Но я думаю, немка не уступит по плюхам. Пишите комменты, где вы кто играет. Может, в какую-то гильдию вступим. Трифит, ну, такое себе. Хотелось бы, конечно, получше что-то, но давайте. Бум-бум. Бум-бум. Ну, Ронин и Трифит, я считаю, это очень-очень хороший плюс. Ну, конечно, видите, здесь 1500. Будем там ловить тоже 1500, чтобы вытащить именно легенду. Ого, ничего себе, у нас 35 уже смен. Жесткие мы, жесткие ребятушки. Так, вот такие вот плюшки у нас на этом аккаунте. Побежали на русский сервер, забежим еще. Посмотрите, кто не видел сардельку, что такое сарделька, кто это, как это и что это. Такс. Сарделька имеет очень крутую фору. То есть это, знаете, своего рода даже будет какое-то состязание. Так. Фора в прокачке героев. В героях, то есть герои здесь обалденные. Вот это, ребятушки, сарделька, знакомьтесь. Здесь уже силушка подкачанная. Немножко больше. Но я не ставлю упор на силу, я ее не особо там раздуваю. Так, а вот теперь смотрите на этот алтарь. Кстати, кто играет на русском, без доната кидайте заявочки в гильдию, в телегу, ВПЛ 33 РУС, атака фортов 20-0, пропуск БГ Кик. Такс. Такс, 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 такс. Карточку возьмем. Видите, здесь я имею некоторые ресурсы уже. На русском плюшки не дают. Вот такие вот дела. Может, дадут спустя неделю. Это не точно. Так, что у нас тут есть? Ну, тут вот такие вот плюхи у нас по героям. Как видите, здесь уже получше. Давайте две карты откроем. Гарпия. Этот в алтаре здесь еще получше. Алтарь неплохой уже. Тыковка, Одер, Фрейя. Анубис, которого всем раздавали без доната, не имеет возможности его получить уже, кто начал играть после этого. Это, конечно, печально. Хотелось бы, чтобы они сделали на каждый аккаунт шанс этого героя уже на все время. Вот так вот. Ну, к сожалению. Вот такие вот герои здесь. Так, ну что, давайте тоже, я думаю, зарейлим. 450 ниндзя тыква. Блин, такие две, я думаю, сейчас, блядь, две легенды упадет. Ага, хер тебе. Короче, вы поняли, что такое русский сервер. Вот, здесь такой вот аккаунт у нас, он тоже развивается, то есть я периодически захожу фармить, но не усиленно, а теперь будем мы усиленно фармить, ну, стараться усиленно фармить по плану. Потому что на всех серверах все по-разному, но основные локации мы будем стараться фармить, ну, как и обычные люди фармят, не задротствовать. Кому нужно это задротство, правильно? Уже так считаю. Такс, окей. С этим мы разобрались, больше здесь ничего такого интересного нет. Все, пишите комменты, то, о чем я говорил. Всем удачи, всем пока.